Жилищно-коммунальное хозяйство, пожалуй, самая проблемная отрасль. Денег требует много, особенно когда годами проблемы накапливались и не решались должным образом. Износ инфраструктуры государственных предприятий энергетического сектора, несмотря на инвестиции и средств газового счета в 2009-2011 годах, сохранился на высоком уровне. Износ сетей достигает 70% и более. Основная доля жилых домов по республике сдана в эксплуатацию свыше 30 лет назад, а плановые сроки капитального ремонта раз в 15 лет. Физический износ жилищного фонда республики составляет порядка 70%. Многолетнее недофинансирование данной сферы, неэффективное и непрозрачное использование средств, собираемых жителями, привело к невыполнению необходимых объемов ремонта. По поручению президента Евгения Шевчука для изменения такого положения в отрасли был проведен детальный мониторинг. Он выявил потребность в огромных вложениях. Нужно почти полмиллиона долларов США, подсчитали специалисты. Только на нужды водоснабжения и водоотведения требуется более 100 миллионов долларов США. Ежегодно выделяется порядка 10% от потребности. Примерно столько же нужно для теплоснабжения. Ежегодно выделяется 13% от потребности. Не лучше обстоит дело и по другим направлениям. На нужды электроснабжения ежегодно выделяется только 7% от потребности. Для уличного освещения выделяется меньше даже половины 1% от потребности. В республике организаций, желающих помочь государству в решении такой проблемы и выделить необходимую сумму, не нашлось. Нет желающих и инвестировать в эту отрасль. Напомним, что по данным таможенного комитета, только за 2006-2011 годы, например, фирме «Шериф», были предоставлены льготы при уплате таможенных пошлин на сумму более 980 миллионов долларов США. К слову, это в два раза больше, чем нужно на полную модернизацию жилищно-коммунальной сферы, ремонт всего жилого фонда республики, перевод энергетических предприятий Приднестровья на качественно новые условия работы. В отсутствие возможности привлечения внешних инвестиций на данные цели за прошедшие 4 года изыскивались внутренние резервы. При этом в кризисный период 2015 и в 2016 году тарифы энергетических предприятий были снижены для бюджетников и пенсионеров на 30%. Для оперативного устранения аварийных ситуаций и проведения за счет инвестиционных программ необходимых ремонтных работ с 2012 года сети многоквартирных домов переданы на обслуживание поставляющим услуги организациям – электросети, теплосети, водоканал. Кроме того, были привлечены бюджетные и внебюджетные источники на замену аварийно опасных и неработающих лифтов. Ведь в ряде многоэтажек лифты не работали с 92 года. Так, только в Григориополе заменено 8 из 9 таких лифтов. В столице же порядка половины из 780 лифтов исчерпали технический ресурс. Теперь проводимая модернизация за счет комплектующих, изготавливаемых муниципальным предприятием, позволяет снизить расходы по ремонту на 60%, а значит, можно будет ежегодно проводить ремонт более 80 лифтов и замену порядка 20 единиц.